Быть или не быть, новые детские площадки в одном из дворов Северо-Западного района. Там состоялись общественные обсуждения проекта благоустройства дворовой территории. Этот двор дома номер 20 по проспекту Максима Горького можно назвать проблемным. Асфальт в пешей зоне полуразрушен, а в самом центре детской площадки красуется заброшенное здание, бывшая трансформаторная будка. Наш двор достаточно давно нуждается в том, чтобы реконструировать дорогу, дорожное покрытие, потому что детки у нас разбивали тут коленки, дышали пылью, цементом. Ну и, собственно, сама площадка, которая у нас есть, требует изменений существенных. Просьбы жильцов были услышаны. Благоустройство территории включили в программу формирования современной городской среды. Жителям представили дизайн-проект. В нем предусмотрен ремонт проезда и тротуара. Установка светильников. А на месте заброшенного здания должна появиться современная спортивная площадка. Цель данной программы – благоустройство дворовых территорий. И к нам поступают периодические заявки от жителей нашего города, нашего района, о том, что мы им помогли благоустроить дворовую территорию. И сегодня как раз это очередной двор Горького, 26. Сегодня здесь на данном мероприятии мы обсуждаем уже проектное решение. То есть мы именно хотим услышать мнение жителей данного дома. Вместе с собственниками в разговоре приняли участие архитекторы и представители территориального общественного самоуправления. Все вместе детально обсудили заложенные проекты в работу, предложения жильцов. Важным горожане считают ограждение игровой площадки от проезжей части. Хорошо бы, если в спорткомплекс включат турники и шведскую стенку. Все пожелания жителей дома будут учтены, подчеркнул глава Московского района. Итоговый проект благоустройства дворовой территории можно будет увидеть на сайте района. В этом году благодаря проекту формирования современной городской среды в столице республики будет комплексно благоустроено около 20 дворовых территорий. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.